2029 год. Эпидемия вируса все еще продолжается. Я выхожу из дома только до ближайшего магазина, чтобы закупиться лишь самым необходимым, это гречей и туалетной бумагой. Ходят слухи, что на улице можно встретить каких-то там зомби, но я в такую чушь не верю. Посмотрим, может я и не прав, но думаю, если я их встречу, то это будет последнее, что я увидел. Итак, ближайший магазин находится в нескольких минутах ходьбы по этой дороге. Затем надо свернуть на асфальт и все, я буду на месте. Ну ничего, прогуляюсь, погода позволяет. И к тому же не видно никаких зомби. О, елочка! Елочка, это вам не зомби. Можно идти дальше. Может быть, зомби в этом открытом люке? Нет, тут их нет. Никаких зомби не существует. А вот и магазин. Вывески нет никакой тут уже несколько лет. Но все равно все знают, что он работает. Закуплюсь туалетной бумагой и гречей и пойду домой. Да, я богатый человек. У меня есть туалетная бумага. Да. Теперь я захвачу весь этот мир. Что? О, нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Не подходите ко мне. Нет. Я вам ее не отдам. Нет. Нет! Пошли вон! Пошли вон! 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 Итак, я купил все необходимое. Можно возвращаться домой. Что это за звук? Нет, это зомби! Они учуяли у меня туалетную бумагу! Надо бежать! Надо быстрее бежать! Они догоняют! Они догоняют! Быстрее бежать! Похоже, я оторвался! Надо где-то спрятаться! Они ушли. Я в безопасности. Надо возвращаться в сторону магазина. Пусть они вызовут помощь. Кто-то должен быть ответственным за то, чтобы отстрелять всех этих зомби. Так, вроде бы их нет. Надо возвращаться к магазину. Вроде бы все спокойно. Никаких зомби нет. Они ушли. Нет, они вернулись! Запах туалетной бумаги привлек их! Надо бежать! Быстрее бежать! Быстрее! Быстрее бежать! Быстрее! Нет, они догоняют! Кажется, сейчас я умру! Нет! Только нет! Я не хочу так помирать! Нет!